Привет, привет, мои любимые друзья, это Аня Седокова, и сегодня я хочу пригласить вас к себе в магазин. Магазин LA Story, который находится в Trade Island авиапарк. Это Танечка, наш продавец-консультант, который все вам подскажет, расскажет и ответит на любые ваши вопросы и запросы. Сейчас я буду все мерить и показывать, как наша одежда смотрится, собственно говоря, на мне. Сразу хочу сказать, что LA Story марка уникальная, и мы очень редко повторяемся. Все, что у нас выходит, выходит в очень ограниченном количестве. И это очень быстро разбирает. Поэтому, если сегодня вы видите здесь костюм Феникс, вот, например, такой, как на мне сейчас, вот и он, то завтра его здесь может уже не быть. А послезавтра мы его можем вообще снять с продажи. И поэтому для того, чтобы вы чувствовали себя уникальными и неповторимыми, чем чаще вы заходите в магазин LA Story, тем больше разного и уникального вы можете себе приобрести. Начну с самого-самого классного и нашей самой большой гордости. Это, конечно, наши куртки. Мы их называли раньше пуховики-одеяла, которые просто незаменимы зимой. Прошлой зимой за ними стояла огромная очередь. У меня я получала каждый день, там, не знаю, десятки сообщений от наших суперзвезд, говорили: блин, мы не можем их купить, Аня, помоги. Это просто нереальная штука. Раньше у нас была, два варианта модели. Раньше она у нас была без капюшона, а потом, потому что вы просили, мы сделали к ней еще капюшон. Капюшон у нас, брюки превращаются. Капюшон вы можете отстегнуть и ходить в куртке либо так, но самое интересное происходит дальше. Я, например, обожаю этот стиль, потому что если я хочу выглядеть поярче, например, иду где-нибудь там, не знаю, и захожу на концерт, да, я наряжаюсь красной стороной, а если я выхожу из поезда, то я быстренько ее переодеваюсь, такая защитная, незаметная. И если я не ошибаюсь, никто еще не осмелился разгадать наш секрет и повторить, чтобы куртка была полноценно двухсторонней, и из нее не выглядывали нигде швы, и с двух сторон были карманы, и все нереально было. Пирим-пим. Следующая куртка у нас цвет фольга и оранж. Оп, оп. Вы не понимаете, какая она мягкая. Это просто какое-то ангельское удовольствие. И она невероятно теплая. Мне даже кажется, она на Аляске выдержится. Раз, два, три, четыре. И то, что вы в нашей марке будете выглядеть ярко, это я вам точно гарантирую. А еще для наших любимых клиентов, которые с нами долгие годы, можно сделать такую коллекцию «Мама, дочка» или «Мама, сыночек». Я, например, Гектору уже только что заказала такую куртку. Она чуть-чуть тоньше, чтобы ребенку было удобно ходить, но очень теплая. Ну и вообще, представьте, как это будет смотреться на фотке. О, это наши легендарные шубы. Они такие удобные, комфортные, видите, написано «шуба», «аутвер». В прошлом году они сделали, это был ажиотаж на эти шубы, мы просто, они такие мягкие, удобные, комфортные, накидываешь, выходишь из дома. Костюмы, они офигенные, они супер-мега удобные. Ну, посмотри ткань, ну, посмотри, какая ткань реально. Тонюсенькая, удобненькая, для перелетов, для на каждый день выход. Нереально. Так, наши джинсы. Вот эти джинсы, например, полироид. Тут спортивки, а тут джинсы. Есть еще вот такая модель. Сидят невероятно. Джинсовка настоящая, крутая, плотная. Посмотри. Это легендарный костюм. Драйвер, который вы могли видеть и на мне, и на Олечке Бузовой, который смотрелся невероятно, просто потрясающе. Он сейчас, конечно, уже легкий. Если вы отправляетесь на отдых, например, куда-нибудь сейчас гулять, то супер фотки будут в нем. И в салатовом, в этом цвете. Это наши любимые Resus Factor. Есть желтый. Я вот вчера буквально была в нем, летела. Нереально удобно. Облегченный вид. По-моему, цветов 10 есть. Желтый у меня есть, бежевый. Черный. Все есть в черном цвете, просто в магазине наличия нет, потому что мы все купили. Вообще, чем отличается марка LA Story от других марок, вот вы скажете. Во-первых, у нас офигенная ценовая политика. У нас офигенная цветовая гамма. Тут все, что я люблю. Красный, желтый, серебряный. А наш абсолютный хит продаж — это вот такие лонгсливы со стопом. Мы, помню, придумали, значит... Я какая-то была жутко злая, мне хотелось что-то такое написать. Я придумала, говорю, налепи сюда знак стоп. После этого вы продали, наверное, какие-то тысячи таких. Тут у нас маленький такой стендик со всякими няшками, которые вы можете недорого, классно приобрести. Купальнички. А вот это тоже, кстати, прикольный очень костюм. И наши, кстати, мы делали сами для себя специально материал. Его привозили из далекого-далекого. И тут скоро я повешу еще классные футболки, которые будут по очень доступной цене, чтобы у вас было что-то LA Story бренд, но он был супер недорогой, но чтобы у вас была частичка нашего бренда.
Феникс есть еще у нас в черном цвете. В черном цвете, кстати, он еще и практичнее, потому что его можно вообще каждый день таскать. О, я сейчас вам покажу. Это же белый большой феникс. Это же так красиво. Огромный белый свитшот. Нет круче подарка, чем огромный белый свитшот. Если вы с нами, то вы можете специально на заказ, если мы вас знаем, мы вас любим, вы наш клиент VIP, то тогда, по секрету вам, вы можете попросить у девочек-менеджеров, и мы можем специально сделать special for. Любимые наши, дорогие наши, я даже не скажу, покупатели, члены нашей семьи, большой семьи L-Story. Во-первых, мы хотим, и я лично хочу вам сказать огромное спасибо за то, что вы с нами, за то, что вы лайкаете, за то, что вы комментите, за то, что вы покупаете, за то, что просто любите нас. Это любовь взаимно невероятна. Спасибо вам большое. Я покажу вам еще много всех новинок, а еще хочу подарить подарки. Давайте так, кто будет самый активный комментатор, кто исполнит все задания, которые я напишу здесь ниже, тот получит точно такой же крутой свитшот. Спасибо вам огромное. Приходите к нам в магазин L-Story, который находится в авиапарке в Тренд-Айленде. Или покупайте нашу одежду на сайте lastorystore.com. Мы всегда рады, наши менеджеры всегда, каждую секунду ответят вам на любой ваш запрос. Спасибо, ваша Анна Седокова. Муа-муа-муа.